Итак, парни, всем привет и приветствую вас во второй серии по игре The Long Drive. Так, ну и что, мы вот в прошлой серии доехали до вот такой вот красивой локации. На этой локации у нас есть только дверь. В принципе, о, есть нефть, ну, нам нефть не нужна. Так, тут что у нас, газ и нефть. Понятно, тут газовый баллон. Вода нам тоже не нужна. Короче, в этой локации у нас ничего абсолютно интересного нету. Так, погнали на второй этаж. На втором этаже у нас есть будильник. И, в принципе, вот все. Так, ну что, продолжаем нашу поездку. Тогда. Так, как спрыгнуть? Что, погнали дальше? Забирать я отсюда ничего не буду. Закрываем нашу дверь. Зеркало поднастроим, пока мы стоим. Так, это тоже. Тут тоже. Так. Выпускаем двигатель и погнали. Навстречу приключениям, так сказать. Первая серия, оказывается, у нас записалась без звука. И это очень печально и обидно. Ну как, я наложил звук на видео, но все равно звука нету. Ну ничего страшного, продолжаем наше путешествие по этой красивенной местности. Разгоняем нашу тачку, она уже едет 120 км в час. Это очень-очень не слабо для такого не нового автомобиля, так сказать. Так, аккуратненько смотрим за дорогой. Ну и будем искать нашу следующую локацию, следующие автомобили и так дальше. Мне кажется, это будет очень интересненько. Вдали мы там видим уже какой-то корабль. Я надеюсь, дорога наша подъедет к нему или надо будет к нему по полю ехать. Сейчас узнаем. Сейчас, наверное, будем сворачивать. Нему. Там он... А, это не здание, это... Какие у нас... Местность такая. Так, аккуратненько теперь едем. Блин. Все. Стой. Вот это вот да. Я такого не ожидал. В этой густющей траве мы не заметили... Камень. Так, что у нас тут отпало? А что так? Блин, это радиатор наш? Походу. Он еще и пустой теперь. Ё-моё. Так, это колпак. Насколько я понимаю. Да, это наш колпак отпал. Я еще его теперь поставить не могу. Масло у нас есть. Наш теперь двигатель будет греться. Так, это все? А, капот же у нас упал тоже. Так, все, капотик прикрутили. Теперь нужно заправить наш, написано хладоген, но это не совсем хладоген, это... Так, что у нас в этой канистре? А в этой канистре у нас как раз вода. Как раз мы заправим водицу. Наш радиатор. Все, заправили водичку. Так, немного попили. Закрываем багажник. Так, что тут? Полный хладоген у нас. Так сказать. Так, а откуда мы... В смысле трава заросла уже? Ну, вон столбы. Так, а где же корабль? Корабль там вдалеке, да? И мне кажется, что это корабль. Так, я так считаю, нам нужно поспать. Для этого перелазим на заднюю сидушку. И засыпаем нашим чудным автомобилем. Проспали мы до утра.
садимся за руль. И попытаемся ехать дальше. Блин, а плохо теперь эти кровяшки так распилить. А, и бардачок у нас упал. Так, столбы, столбы, столбы. Там были столбы. А, вот есть вид открытого лица. Отлично. Так. Возвращаемся назад на дорогу. Да, это очень небезопасно, это пока в большой траве. Но скажите, есть багажник и мочалочка. На следующей остановочке мы остановимся и пооттираем эту кровь нашу от приборной панели. Да, туда добраться будет нереально. Так, я вижу какой-то физический корабль, еще один что ли. Вдалеке. Ну ничего, поехали дальше. Я только хотел выключать запись. А у нас и фара одна отпала. Ой. Ё-моё. Что-то как-то неуверенно едет наш автомобиль. А ну фары у нас все работают? Да, у нас даже все фары работают. Отлично. Все, конечно, теперь в кровях, но... Да, блин. И самое обидное это то, что мы и так подъезжаем к этому вот кораблю. А то был даже... А, нет, тоже какой-то корабль. Так, подъедем поближе, посмотрим. Ну, мы прямо к этому подъезжаем. Возле него будем. Ну и потом сможем аккуратненько и туда подъехать. Так, 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 так. Тормоза, 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 тормоза. Вон мы видим заправочку. Подъедем, посмотрим, что у нас тут на заправке есть. Интересного. Глушим наш двигатель. Не забываем ставить на ручник. Да. Патроны. Это что такое? Шляпа. Сменить друг друга. Сдвинуть свисток. Понятно, короче. О, вот и мочалочка у нас есть. Берем мочалочку и ототрем нашу переднюю панель. Отлично. Машинку нашу помоем. Красотку. Извини, что так ударил, блин. Я не специально. Подтираем немного. А наша тачечка просто пушка-гонка в идеале. Водительскую дверь еще немного. Так, я думаю, оно хватит, в принципе. Так, что у нас тут в канистре? У нас бензин. Ну, так как наш автомобиль кушает дизель, то нам бензин как раз и не нужен. Так, что мы тут еще? Колесо. Понятно. Не буду пробовать туда запрыгнуть. Еще одна резиновая женщина. Короче, ясно. Ничего интересного здесь нету. Так, ну этот бенз мы заберем с собой. Возможно, мы найдем другую тачечку. Резиновую. И как раз нам будет чем ее заправить. А сейчас мы отправимся, я так думаю, к кораблю. Для этого мы сохранимся. Есть. Ну что, погнали. О, радио у нас даже работает, отлично. Так, погнали к кораблю. Посмотрим, что мы там сможем найти. Будем ехать крайне аккуратненько, чтобы не попасть ни на какие камешки опять. Ну,
предварительно сохранили специально. Мы будем разгоняться. Походу это что, просто текстура корабля? Мы с него ничего не сможем взять. А не, вон здесь какой-то будет. Так, останавливаемся. Глушим наш автомобиль. Ставим ручничок и погнали посмотрим, что у нас там есть. Так, тут такая трава эта густющая. Так, это у нас бочки. А с чем тут у нас бочки? Пусто. Пустые, походу. Пусто. О, тут что-то есть. Газ и нефть. Угу. Бензин с маслом. Блин, так плохо, что алкоголь нам не нужен. Бочки тоже что-то есть, нету. Так, что тут за бочки? Бензина аж 43 литра. А, или это масло? Масло 30 литров. Пустая. Алкоголь не нужен. Пусто. И пусто. Так. Вот это у нас с маслом было. Бочка. О, еще в конце корабля тоже есть бочечки. Сейчас посмотрим, что там. Мы эту бочку отнесем к нашему автомобилю и заправим наш движочек немного маслом, да, нефтью. Корявый перевод и непонятно теперь, что это такое вообще. Так. Нефть, нефть. Все, блин, пить было не обязательно. Посмотрим, еще в конце корабля какие-то бочки. Так, вот это у нас алкоголь. О, может попьем алкоголя тогда? Питьевой. Так, тут тоже у нас что-то есть. Дизель, отлично. Походу мы нашу ласточку заправим до полного бака. Газ, дизель. Да, сейчас мы заправим нашу ласточку. И можно будет ехать дальше. Возможно, еще дизеля найдем. Да, заправим до полного. Сейчас посмотрим. Так, 30 литров у нас уже на минуточку. Это не так-то и мало. До конца игры, возможно, хватит. Я шучу, конечно. Мы не будем на этом автомобиле останавливаться. Так, что это? Пусто. Тут что-то есть. Что у нас? Алкоголь. Тут у нас пусто. Бенз. Масло. Пусто. О, тут полная бочка. Что тут у нас? Алкоголь. Нам не нужен. Газ, нефть. Пусто. Пусто. Что-то есть. Нефть. Это опять масло, блин. Пусто. 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 Что-то есть? Что у нас здесь? Нет, нам нефть не нужна. Так, в принципе, все. Сейчас, если опять найду бочечку с бензинчиком. Вот она вроде бы. Да, 85% бенза. То возьму ее с собой. Так, у нас бочечку самое легче передвигать.
это катить ее перед собой. А то нести ее прям очень долго придется. Так, а сколько у нас там литров? Литра. Ну и тем более бензин с маслом, это ничего страшного, это не 50 на 50 масло и дизель там такое. Так что, попробуем запихнуть нашу бочку нам в автомобиль как-нибудь. Заднее сиденье, она не поместится. Блин, у нас же шлифтбэк, так сказать, можем в багажник просто запихнуть. Давай. Багажник должна поместиться, отлично. Загрузили в багажник. Так, это у нас пустой, только мы дизель заправим. И это у нас просто масло. Да, масло брать не будем, наверное. Наверное, не пригодится. Так, погнали обратно. Так, а где дорога? Дорога. Поехали к следующему кораблю. И по пути к следующему кораблю... разогнался. Надо же аккуратно, а то тут камни бывают. Не скакивают на дорогу. Так, вот где-то так я должен... Да, вон столбы, значит, там и дорога вот здесь столбом. Аккуратно, смотрим за камнями, чтобы не попасть на них. Ну, нормально, мы хоть заправили почти до полного бака, да? А у нас есть еще показать от бака? А, вот. Бак почти полный, температура у нас вот в норме. Отлично. Мимо камней. И выезжаем обратно на дорогу. А где наш второй корабль? Ладно. Так, ну что, едем к следующей локации. Что это ты поворачиваешь так по-другому? Она, походу, груженная теперь у нас тачечка. Надо движочек помощнее, что ли. Хотя дизельный движок... Да, она теперь плохо разгоняется. Слабовато как. Так, заяц. Аккуратно. Не сбить бы его, так сказать. Погнали дальше. Все равно мы разогнались, 130 км в час. Отлично. Главное, чтобы камень никакой нам дорогу не перебегал. Так, что, летим на всех парах. Почти уже 150. Надо, наверное, сбрасывать скорость и глушить двигатель. Глушим двигатель для экономии топлива. И себе потихоньку катимся. И куда-нибудь докатимся. Ну, докатимся до следующей локации и будем, наверное, завершать эту серию. Накатом 110, отлично. У нас теперь больше вес и тачка будет... О, у нас какая-то новая локация уже без травы. Просто зелень. Следующая, наверное, будет пустыня. Да, что-то я никаких зданий не вижу. По дороге по нашей. Разгоняемся. Так, а у нас же запаска. Блин, только вспомнил про запаску, ё-моё. Что за фигня? У меня колесо повалилось под текстуры. Что за такое?
Так, глушимся. Все нормально что. Я думал, колесо отпало просто или пробилось. Думаю, вот это да, как раз вспомнил про запаску. У меня же вроде бы в багажнике есть запасное колесо. И сразу колесо у меня отъехало, но не тут-то было. Ну что, едем дальше. Это просто разработчики, надеюсь, учтут эти провалы, текстура. И поубирают их. Так, что мы видим? Показалось, какие-то дома, а это просто камни. Каменные камни. Погнали дальше. Посмотрим. Звездочек работает на максимум. Температура наша в норме. Пока в красную зону. Можно даже, блин, фары включить, даже дальний свет, так как встречки у нас нету никакой. Так, вон вижу корабль еще один. Не знаю, мы заправились на максимум, если нам смысл останавливаться, опять же корабля. Ну вот вижу какую-то автозаправку опять. Ну что, парни, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!